Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня снова у меня второй выпуск программы «Заусенец Архимеда». И в моей студии вам известный уже Олимпиада Марковна Фрозова, Сергей Иванович Костеренов и, конечно же, постоянный наш гость – это поэт Плотный, его друг Александр. Ну, здесь тоже у нас некоторые поэты позже оживут. Мы здесь немножечко в такой прекрасной обстановке, в лесу. Мы здесь в лесу, друзья мои. И, как вы знаете, у нас канал «Позитив дымой». Мы рекламируем только правильные напитки, правильно? И, друзья мои, вот данного товарища, поэта Плотного, вы давно не видели на моем канале. Олег Вячеславович, можете сказать какую-нибудь крылатую цитату вашу или прочитать стих? Потому что ваши стихи, ваши прекрасные рифмы, они всегда несут позитивные эмоции. Людям от этих эмоций становится хорошо, от слов и так далее. Будьте добры. Что, прочитайте какой-нибудь стих. Это сразу сложно в таком... Смотрите, месте, бабочка, у вас бабочка. Да, это все потому, что природа вокруг нас, мы вокруг природы. Природа что? Внутри нас. Да. Что можем, что прекрасный что, кадр. Что может быть лучше? Олимпиада Марковна, как вы считаете, а стих-то у нас будет сегодня или нет? Сказать, ну, было бы хорошо бы стих сказать, но после сегодняшнего... Друзья мои, Сегодня... да, вот видите, есть у нас бабочки, летают бабочки, поют птицы, мы, да, мы позитивные, мы... Звезды, космос над нами. Друзья мои, всех благ. Был с вами Пасхаль Виварий из города Челябинска. Мои друзья. Мое богатство. Да, правильно, мои друзья, мои богатства. Друзья мои, всех благ вам. Спасибо за внимание.